Ну что, давайте смотреть Мармока, дайте собраться и Градно. Поехали! О! Я пыталась тоже помочь. Я все испортила. Прямо сейчас прими приглашение. Все, я играю за внука, да? Что? Я буду бабушкой тогда. А дедушка кто? Мы все равно будем чередовать. Грэнни, это же бабуля, почему у меня дед в голове? Бабушка. А что надо делать? Надо найти друг друга. Наверное, тебе надо выжить со своим внуком в одном доме. Бабочка, покорми меня, бабочка. Хочу кушать. Я иду. Грандмазер. Where are you, grandmother? А у нас шмаль растет на подоконнике. Я не знаю, может, не поспорно. О, бабушка! Мне что, самому себе молочко со спиртом разбавить, да? Где ты там? Мне что, твою пенсию спиздить? Ах ты ж. Они охотятся друг на друга, да? Уёбывали все. Ах ты гнида. Такая любовь. Кто тебя воспитывал, дебил, блядь? Твоя дочь, ёбаная ты, старая дура. А, вода пошла. Жесть. Я столько ключей уже насобирал. Я сейчас открою тайник, бабуль, тебе жопа, иди молись. Ты меня слышишь? У тебя там слуховой аппарат настроен, бабуль? Я сейчас к тебе вернусь. Вот это. Да, вполне. Вещь. Жесть, что за игра? Бабуля? Бабуль? Да, сынок. Я тут что-то нашел в доме, в кладовке. Посмотри, что это, а? Я внучек. Где ты, бабуль? Сейчас пойду гляну. О, иду. Бабуль, что это? Я в кладовке вот это вот нашел. Граната! Это граната, бля! Ты охуел? Откуда тут граната? Откуда здесь граната? А почему? Я не знаю. Может, Вьетнам прошла, я хуй знаю. Теперь я за бабку играю, да? За бабку ты начал, да. Бля, ладно. Положь бутылку. Положь бутылку, мразь невоспитанная, блять, это лестница. Скатился по лестнице. Социально. Твою мать хуёво воспитал, хоть тебя воспитаю, гнида что? Мелкая. Что? Что за дверь маленькая? Пошёл. Ты мне дашь заняться своими старческими делами, внучок, а? Не отвлекай, бабуль. Угу. Мне канапку что? Надо парить, делаешь, слышишь ты? Это типа... Что? Ау, как будто комарик покусал. Какой комарик у тебя, сюрикен? То чувство, когда меня на стриме реально комар укусил вот сюда, гаденыш. Я... Выходи. Выходи. Иди сюда, сейчас в окно улетишь, блядь. Нет, уже стою. Мне кажется, это специально сделали в этой игре, чтобы внук просто летать и вылетать из окна. Марина мелко. Бля. Я что? Похож на подушечку для иголок и булавок. Кстати, я на улице. Я тебя слышу, сука. Какой улице? Ты в доме? Нет! Бабочку! Пощади бабочку! 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 Старая шлюха! Слушай, мне не так сильно больно. Мне коммунизм больше боли нанес. Бля! 2 хп! Ах ты, сука! Откуда вообще прилетело? Ах, кстати, ты я почему-то все время смотрю на энергию, а не на хп. Ёбок мелкий, иди сюда. Последняя будет бутылка, значит? Я, сука, Сталина пережила. Ты думаешь, я такого уёбка не переживу? Думаю, вряд ли, 2 хп всего. На улицу. Я попал по тебе вазой в последнюю. Стоп! Подождите, то есть он... Я не заметила немножко. Блин, не обратила внимания. А ну-ка, ну-ка, я хочу перемотать. Сталина пережила. Ты думаешь, я такого уёбка не переживу? Как? Просто как? Это настолько быстро произошло, что я в первый раз даже это не заметила. На улицу. Я попал по тебе вазой в последнюю. Писец. Это было красиво. Левел эдитор, можно свои уровни делать. В чем смысл игры вообще? Я хочу, чтобы все это было для тебя тоже таким полусюрпризом, там есть свои приколы. Что мне делать? Я в главном меню. Да сделай свой кастомайз зомби, сделай своего зомби. Соло плей кастомайзай зомби. Ага. Я не знаю, похож будет твой на моего. Там что-то миленькое было. Не, я... Слушай, если они у нас будут один в один,
Ну, почасти лица хотя бы. Я готовый уже. Я? У меня готовый. Я не удивлюсь, хорошо. Да ну, я, кажется, знаю, что на твоей голове, скорее всего. Ну, это без бока, короче. Этот случай. Он такой худенький, так мало кушает. И когда пришел серый волчок, блядь, к тебе домой в детстве. Ну, давай, давай, блядь, сука. Я не хочу просто сейчас понять, что будет в итоге. О, это что, за, что там за костюм был? Латекс. Короче, телегачий. Молчи, просто молчи, ничего не говори. А это ж там рыбки, что ли, на ногах? Подожди, слушай, мне просто сейчас страшно будет, правда, если сейчас всё, будет... Да они по-любому одинаковые. Надо на сервак зайти. 1-1-1 и 1-1-1, все. 1-1-1, все. Единственные два долбана. Что? Ты что говоришь? Это было ожидаемо, часто обувь, кстати, почти похожа. Ты что говоришь, что ли? Я тебе говорил. Ты начал описывать его. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто голову ты. Голову ту же даже использовал с языком. Посмотри на этого, посмотри на этого дебила. Я вчера перса сделал, помнишь вот этого? Он сейчас сделал, говорит, если они будут похожи. Что это за крепота там сзади? Как-то реально стрёмно выглядит. Да будет пиздец, посмотри. Как? Там дохуя, там дохуя. Как? Смысл этой игры в том, чтобы первым добраться до финиша. Кто первый прибежит? Блядь, это типа Fall Guys, да? Только за ногами. Тебя за ногу, здесь лезвие, Аркаша. Ты все еще жив. Лезвие? В смысле? Ай, ты все еще жив. Какая половина именно? Ну прыгни сюда, ко мне прыгни. Как он сможет прыгнуть? Мне нужен жгут. О! А как он перепрыгнул? Что? Это типа льющаяся струей кровь дает ему турбоускорение? Обни. Я так лезвие не задеваю. Я цел. Я сейчас так до финиша дойду. А что это за игра? Подожди, бля. Найди меня по шлейфу крови. Ну, поехали, блядь, никаких. Блин, прикольно. Поехали. А, мне срубило лодыжку, блядь. Блин, она напоминает какую-то другую игру, но... А, я не помню ее название. Там персонаж падает, катится там, да, и остается без частей тела. Как она называется? Но она... Подожди. Ты на опыте, я вижу твою ногу. Хэппи... Это нелегко, это вообще нелегко, что это за игра, блин, я просто побегу вперед, мне похер. Там дырка, не забывай. Блин, эти лезвия под меня, я просто пробегаю, как это работает? Ты тайминг. Меня ничто не задевает, блин. Чего? Я просто бегу, меня ничто не задевает, до сих пор я тебе отвечаю, я просто бегу. Что? Это знаете, как принцип со светофорами, когда встал на одном светофоре, и если будешь ехать с одной и той же скоростью, с огромной вероятностью встанешь на другом же светофоре, то тоже самое, наверное, что он прошел одну ловушку, вторую, и бежит с одной скоростью, и поэтому их не задевает. Везунчика! Да нет, они работают, но меня они не задевают. Красиво. Я по таймингам прохожу, я как будто святой воды въебал с утра, и просто вышел на пробежку, и меня все препятствия минуют. Как это работает? Я не понимаю. Может, красиво. Это член на носу так действует на них, а? Может, это святой дилдо? Оберег! Не... А, тут пизда. Ушел. Все нормально, я просто Стивен бегал. Он так бездумно не получится. Думаешь, смотри, сухого старта, я просто бегу, мне абсолютно похер. Я не знаю, мне ж мне хату поставить в казино сейчас. Перееду жить в Майами, буду стринги носить. На какая это язычная игра, вот и финиш, бля. Блядь! Голова! Что? Там была ебаная яба, я у финиша был, какого хрена? Слушай, головой проще эти штуки проходить. Не везде, не везде. Я тебе говорю. А лес... Что за нечто? Я только что... Прикольная игра, мне увидел. Нравится. Голова. Да твою мать. Я был финиш, сука. Да, я также в неё провалился. Ну, половой орган на голове прям смотрится органично. Ой, что за постеры такие жуткие. Все, мне надо просто поверить в себя. Просто верить в свои возможности. Я все жизни свои потратил. Я просто бегу! У меня яички сморщились. Какие подробности? Как?
Как? Я тебе говорю, я... Ой, что это за милый кусок мяса в форме сердечка? Не, я так прошел большую часть карты, я просто бегал. Ну, ты скажешь этого, что тебе где-то не видно. Знаете, типа, в чем секрет вашего успеха? Вы, наверное, очень много тренируетесь. Я просто бегал. Всё, я не понимаю. Ну ладно, блин, лучше повезло с чем-то серьезным, в чем-то важным, а не здесь. Вообще, да. С друзьями, например. Это должно быть обидно. Но нет, потому что я не твой друг. Жестко. Бля. Короче, блядь, спидрон! Короче, мне сейчас повезет, чекай просто. Ну не приходи, главное верить в себя и в свои силы, и все получится. Не с первой попытки, но все. Давай, терья, терья. Да ты охуел! Объясни мне, как здесь управлять своим туловищем. Что? Давай, надо видео. Командная игра. Я кролик самец. Пошел, ну да пошел ты нахер, да давай. Да блядь. Что сверху? А как повернуться к тебе? Я не могу? Никак. В смысле, то есть ты всегда сзади, блядь, это мне не нравится. Я всегда сзади. Надо через тебя перепрыгнуть. Морковку. Я за морковку. Возьми морковку. Я тебе помогу, она же большая, тяжелая, да? Главное, чтобы она вошла куда надо. Мы вместе просто, и все. Они в задний проход. Нет, нет, я ни разу так не делал. Серьезно? Нет! Все, пошли вперед. На всякий случай. Нет, 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 шипы. Кому-то может не повезти. Нет, да отпусти меня просто, отпусти. Ладно, 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 хорошо. Гнида! Фейк! Вау! Ладно, мы пройдем мимо. Нать, сука! За всю причиненную мне боль, блядь! Так он его еще наслаживает. Поаккуратнее с попой. Блестяще! Бери, парковка! Давай. Схватил вовремя. Дай я прыгну. Нет, прыгай без нее. Я тебе передам. Прыгай. Ну ладно. Сейчас, лови морковку. Ой! А лапки? Слушай, красава. Ну я не знаю. Они уже приспособились. Очередь баки. Неплохо. Неужели мы занесем морковку? Бля, перестал ее держать. Держать перестал ее. Моя морковка. Морковку держать. Ну давай. Иди давай к финишу, я сейчас догоню. Зачем я отпустил? Какой ты дебил! Опять эти шипы сраные. Бля, держи, держи. Держу морковку. Сколько они один уровень прохватили? Здорово! Я тут... Погоди, я отложу морковку на секунду. Нет. Иди сюда, встань раком. Давай лучше я наверх, а ты вниз. Уже новый уровень снежный. Мало ли что сверху, может сверху морковка. Поэтому я хочу сверху. Она здесь. Морковка! Кто не хочет сверху? Ты чё охуел? Моя морковка. А там вообще есть разница, кто морковку стащит? У них же тимплей вроде. Грязно, спиздил её. Слава тебе, господи. Жди меня. Не уезжай на платформе без меня. Я сейчас. Давай на платформу! Блядь, долбоёб! Прям игра «Ледниковый период» на телефоне. Такая ностальгия, там такие же горки были. Я очень сильно хотел жить. Такая ностальгия. Я могу быть свечом, я могу быть сюрикенами, блядь. Я могу быть раком, блядь. Я выбираю рака. Он так прорисован. Так, арсенал. О, так, ну монтировка Фримена, я думаю, я ее... Сюрикен, блядь. Что? Нормально, пиздец. Ну тебе пизда, ты понимаешь? Чё тут тебе вообще? Ну чаки в лесу и угол. Погоди, стой, тормози. Давай поймём, как... Это какая фантазия должна быть у человека, чтобы придумать такое? Блин, сука, он не сухопутный! Я не понял, как драться? Клавишами мышки! Уебывай, бля!
Да не я, тюлень! Да... А сколько там максимум может быть игроков? Олбаный, сука, ты хули такой не, тюлень, скользкий? Тюлень отвратительный. Ой, Почему такие игры не заходят? Ну реально интересная же игра, и предыдущая была прикольная, и перед этой игрой тоже игра была прикольная. Почему о них никто не говорит, и почему они как-то не становятся популярными? Ведь в них тоже что-то есть, они забавные как минимум. Когда тебе в ресторане принесли живую еду, блядь. Смотри. Пиздец. У меня тюлень не умер. Я все икринки из твоей жопы выбью, сука. Я говорю, это будет сейчас дикий запад, ебать. Ну чай. Ты мушкет взял, револьвер взял, да? Два револьвера. Давай, я тоже возьму два револьвера. Я тебя приготовлю. Вот так. Он так грустно выглядит. Ладно, давай запускай. Я бы сказала угрожающе. Я бы засылалась на такого видела. Я попал? А сейчас? А я? А сейчас я попал? Как он вообще стреляет? Ну, тебе честно, да? Кажется, я попал. Кажется, я попал. Ни одного сраного раза, ни одного раза ты не попал. А сейчас я попал. Как там вообще целиться этими клешнями? Это дуэль! Вы знаете, сейчас бы подошла шутка про то, что это мои тиммейты, но в последнее время я так ракую в играх, что вот это прям я. Здесь есть правила! Сибись нахуй! Правил. Блять, краб ебаный, сука. Никто, звони, подожди. Подожди. Что происходит? Посадить, блять, что ли? Ты что, по телефону разговариваешь, ёбка? То есть ты настолько меня не уважаешь, да? Это про... Это по потолкам, да? Что? Блин, на самом деле там нужно сделать... Нужно сделать... Извините. Я чуть-чуть занят. Нужно потолок сделать. Так смотрите, Джохан ещё тащит. Закончить. Мне 25, я играю за раком, блядь. Нужно стяжку закончить. Какой потолок у него? Ублюдок, блядь. Это унизительно вообще-то. Она просто уже наложена была, чтобы... Это очень унизительно. Да, да, и потом, да, можно быть. Да, сейчас я тебе, блядь, заштукатурю твою жопу, ёбок. Сейчас не нужно материал. Пармок тут потеет, это Джохан. Носить ещё, потому что место тупо некуда будет положить его. Эти револьверы в жопу запихаю, у тебя там места точно не будет, блядь. И что тебе сказать? На этом все. Спасибо, что досмотрел. Это было круто. Спасибо всем, кто поучаствовал на стриме. Спасибо за вопросы. Спасибо за донаты на пожертвования. Я еще в процессе отправки этих денег. Последние новости в официальной группе во ВКонтакте. Окей, есть небольшая заминочка, я ее решаю. Но деньги дойдут до своего адресата. Дайте угадаю, скорее всего, проблема в том, что сумма очень большая. Такую сумму большую бывает тяжело выводить. Я слышала об одном случае. Хотя не буду рассказывать. Это мне лично человек один на один рассказал. Вот, не буду рассказывать, но, скорее всего, проблема в этом. И это, блин, было очень круто. Я была на стриме Пармока в его день рождения, но ненадолго. Ой. Обязательно. Спасибо еще раз всем. Поприветствуйте рамки. Я снимался. Пока. Пока. Я хочу услышать интро. Марин, интро. Я сказала настоящее интро. И Марин, па-па-па-ра-па-па-па. Превосход. Игра зависла. Я надо перезагрузить. Мармок, я знаю, как это пофиксить. Надо ее обоссать. Большинство людей из России пьют 5 бутылок водки и остаются трезвыми. Мармок, кажется, я пьянею от кваса. Вообще, мне очень интересно, будет ли у Мармока видос на канале про игру Fall Guys, потому что игра довольно прикольная, и в ней бывают очень упоротые моменты, тем более, если играть вместе с друзьями. А я думаю, что если будет он, Джохан, еще другие ребята из их компании, то получится очень круто. Было бы прикольно увидеть такой видосик у него на канале. Также у него давно еще не было Overwatch'а, хотя, возможно, он перестал уже в него как-то играть. А так, видос классный, и мне интересно, что вот эта вот за игра была с зомбаками бегающими. А вот, игры в этом видео у него еще есть... Блин, надо будет потом катнуть. Реально, я надеюсь, что игра бесплатная или стоит не особо дорого. Я бы, честно говоря, поиграла. Можно было бы даже как-нибудь на стриме вместе катнуть. Ну, с бабушкой и с внуком игра это просто... Я вообще молчу, с зайчиками...